Чё, я лысый, что ли? Подожди. Андрей, как привет! Как я смотрю в твои глаза. Скажи привет, Андрей Романенко. Андрей, привет, 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 как ты? Привет, Андрей, смотрю привет, привет. В твои глаза. Вот так вот лучше. Это так хорошо. Мне без тебя никак нельзя. Точно! Поздравляю! Сломал вам схему. Спасибо, я уловил браво, но браво. Я сразу, знаете, так рикошет же. Огонь. Я прям рикошетит от меня и сразу к вам так. Раз, и вы получаете это все. Спасибо большое. А это не финиш. А, я понял, кричат браво обычно тогда, когда хотят, чтобы ушел человек со сцены. Не в глобальном смысле, а сейчас, нет? Шучу. Шучу, дрываюсь, знаете, дрываюсь. Вот эта артистическая штука. Как-то вот уже научился. Такой, знаете? Ага. Послушайте, ну давайте, может быть, невозможно, да? Я знаю точно. Ну что, ну куда? Я знаю точно невозможно и невозможно. Я слышу вас. Сойди с ума влюбиться так неосторожно. Я не отпускать ни днем, ни ночью. Эта песня сама обрывается вообще лично. Возможно, я возможно знаю точно. Ты мне ответь, в какие города ты за тобой лететь? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я же не умею жить. Я знаю точно невозможно. Что ты же знаешь, что можно? Только мне поверь, я сделаю выбор сам. Дай же мне последний шанс. Я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я же не умею жить. Я знаю точно невозможно и невозможно. Куда пойду я, ну? Сойти с ума влюбиться так неосторожно. Ведь и тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно. Такая, знаешь, какая смотри? Она видит тебя на 360 градусов. Это будет нормально вообще? Круто. А я не буду. Вы посмотрите, что творится. Ну правда, это легенда страшная. Тебя не опускать, ни днём, ни ночью. Все невозможно, невозможно, знаю точно.
все. Послушайте, я же сегодня сказал, что я этот Зевс, да? Зевс. У вас же сегодня боги, богини, правильно? Я так нескромно обозвал себя Зевсом. Почему? Вот есть вопрос, почему? Потому что спел трек «Молния». Теперь я как бы точно здесь полноправный Зевс. Еще извините, подвиньтесь чуть-чуть. И я, извините, на секундочку, Бог сегодня тоже, на чуть-чуть. А потом опять пойду к себе в чебуречную. Вот. Я не знаю, как живут обычно блогеры, но у меня устали руки держать телефон. Что же должен петь? Я больше не могу. Я боюсь шутить. Я больше не могу. Так вот как бы на словах чуть-чуть можно. Я больше не могу. Да, тем более мы не язычники, как бы, и живем в... Ну, ладно, хорошо, так долго держать телефон. Вот, не, на самом деле правильно, все круто, все хорошо. Это тяжело. Вот, и где же он существует? На берегу неба все-таки. Моя любимая песня. Тут даже можно боль в мышцах потерпеть, извините, что громко это сказала. С днем рождения, не плачь. Ой, да Шуня плачет, что ли? Обожаю эту песню. Ребята, не плачьте. Поэтому мир закрыт.